с вами мы едем. Сейчас, как мы с вами на другой станции, я вам покажу. Вот с вами мы на станции Строитель. В будущем ЦД-5. Еще пару остановок и будет станция Пушкина, можно сказать. Пушкина это, можно сказать, будет конечная. Вот тут три платформы, можно сказать. Мне кажется, что будут использоваться вот эти две платформы, а вот эти раз, два, две платформы для пригородных поездов, которые едут дальше. Вот эту вот платформу будет для МЦД-5, можно сказать. Сейчас, как приедет другой поезд или на какую-то платформу, я вам покажу. В общем, следующая станция у нас будет Пушкина, потому что некоторые сейчас поезда едут без остановки, вот эти, которые... Сейчас я вам все покажу. Потому что некоторые поезда, вот эти вот сейчас, которые я вам покажу, остановки, ну, остановки едут без, ну, без остановки, вот это. Едут Чулюзинская, Тарасовская, Клязьма, вот. Вот эти все станции, он проследует без остановки, только Пушкина. Ну, ничего, с вами мы выйдем на станцию Пушкина, можно сказать. Сейчас как приедет поезд какой-то из этих двух платформ. Я вам покажу, он должен приехать в 12 минут. Через 12 минут он будет. Можно сказать, ждем поезд. Вот тут, можно сказать, новая вывеска Строитель, но нет МЦД. Ну, не написано МЦД-5. Уже ролик почти идет целый час. Точнее, уже час где-то идет. Да, ролик уже идет целый прям час, но он еще будет, можно сказать, долгим, где-то 2 часа.
или на станцию Пушкина, потому что некоторые остановки, как я уже говорила, он проследует без остановки. Все старые остановки будут переделывать. Сейчас с вами, как мы будем на станцию Пушкина, я вам покажу. Станция Мамонтовская, можно сказать, переделанная станция. Ее, можно сказать, не надо переделывать. В общем, только поставить новые рельсы и новую навигацию, и все. Сейчас станция Пушкина, и сейчас мы с вами выходим. С вами мы на станции Пушкина, МЦД-5, конечная. Пушкина, следующая остановка за выпущенный станция Пушкина, МЦД-5 будущего. Сейчас с вами мы, можно сказать, выйдем и перейдем на другую платформу и поедем с вами до станции Ярославский вокзал. Конечный. Сейчас мы попробуем только работать на МЦД-5 будущее. Вот с вами мы вышли. И сейчас мы с вами перейдем на другую платформу. Вот с вами мы сейчас спускаемся. И, может, и идем на другую платформу. В общем, сейчас мы посмотрим. Тут еще тройка работает, потому что бывает не работает. Тройка. Сейчас мы пошли про тройки. Уважаемые пассажиры. Всего скорее будет использовать вот эту вот станцию. Мне так кажется. Да, вот всего скорее вот это будет вот использовать станцию.
мне вот так кажется, что всего скорее вот эту платформу. В общем, вот эту вот платформу, вот мне кажется, использовать. Вот тут уже ее, смотрите, разбили. Вот, трещина. В общем, вот наша электричка. И... Мы в нее заходим. Вот. И идем. Сейчас, как мы с вами будем на станции Рижская. Рижская, вот. Который там переход. Я уже подробно позже расскажу. Как мы будем с вами там, я вам покажу.